a season of restoration. Я хочу поговорить с вами сегодня о великом неизвестном. Бог призывает нас в это нестабильное время. Бог призывает нас из известного в неизвестное. Я хочу назвать это великим неизвестным. Я не приму сценарий, который пытается навязать новый мировой порядок, потому что я не от этого мира. Я не часть статистики. Я не часть пандемии. Вы слышите меня? Я прохожу через пандемию, а не являюсь ее частью. Я говорю, я не часть пандемии. Я прохожу через нее. Матфея 4:17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь. Ибо приблизилось Царство Небесное, или Божие правление. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, «Идите за мною». Не идите за своей любимой партией, рок-звездой или звездой футбола, а идите за мною, я сделаю вас. Посмотрите на соседа и скажите ему, Бог не собирается ломать тебя, а собирается сделать тебя. Почему-то мы думаем, что Бог должен сначала сломать нас, а уже потом сделать. Это то, что хочет сделать религия. Она хочет сломать вас, прежде чем сделать вас. Бог не смиряет вас. Бог говорит, смири себя. Бог не убивает вас. Бог говорит, умри для себя, чтобы жить для жизни, которую я приготовил для тебя. Бог не унижает вас. Иисус пришел, чтобы поднять вас. Он — дар с подъемом. Слышите? Люди плохо относятся к себе, потому что их научили плохо относиться к себе. Но в Библии мы видим, что Бог любит нас, что Бог желает открыть вам ваш полный потенциал. Как я говорил много раз, кладбище — это место, где похоронено больше всего потенциала. Мы не попадем однажды на небо, чтобы Бог сказал нам, «Апостол, почему ты думал, что будет пробуждение, если во всем мире пандемия? Почему ты думал, что я расширю твой бизнес, когда люди говорили, что это плохое время для расширения?» Бизнеса. Когда вы попадете на небо, Бог не скажет вам, «Ты слишком многое возложил на меня». Богу не нужно проводить встречи, как правительство, чтобы разобраться с пандемией или вашим будущим. Ваше будущее определено. Кем? Самим Иисусом Христом. Он сказал, «Идите за мной, я сделаю вас». Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я пришел, чтобы дать вам лучшую жизнь, чтобы превратить никого в кого-то. Я пришел, чтобы призвать вас к величайшим приключениям. Я не пришел, чтобы одомашнить вас, утихомирить вас, обуздать. Я пришел, чтобы зажечь вас во имя Иисуса. Вот почему на Пятидесятницу вы получили не ведро холодной воды, а огонь Духа Святого. Прославьте Его в Духе Святом, чтобы у нас началось настоящее пробуждение во имя Иисуса. Люди думают, что Бог хочет унизить их. О нет! Бог желает поднять вас через правильное послание. Бог желает зажечь вас. Бог хочет достать вас из-под пресса проблем, депрессии, слабости, неуверенности, сомнения, низкой самооценки, чувства неполноценности из-за тех ярлыков, которые люди понавесили на вас. Бог говорит, «Я с тобою, сильная жена Божья. Братья, вам стоит проснуться, ведь иначе Бог заменит вас женщинами. Как вам такая конфетка? Хорошо, девушки, вы зажжете этот мир. Я говорю, девушки, вы зажжете мир. Вы
Вы держите ключи от пробуждения. Вы держите ключи от решения политических проблем ЮАР. Если вы девушка и вы понимаете, о чем я говорю, тогда даже можете подняться на ноги, независимо от того, 12 вам лет, или вы уже бабушка, и вам 80. Просто прославьте Иисуса, ведь Он говорит: «Идите за Мною, я сделаю вас ловцами человеков». «Идите за Мною» — это призыв. «Я сделаю вас» — это уже видение. «Ловцами человеков» — это цель Божья на вашу жизнь. Каждый верующий должен быть связан с высшей целью, Божьей целью. У вашего процветания есть цель. У вашего влияния есть цель. У вашей жизни есть цель — прославлять Бога и расширять Его царство. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Они оставили свои сети. Сети могут означать что угодно. Это может быть то, что связывает вас, что ограничивает вас, что лишает вас жизни. Они оставили это. Послушайте меня сегодня. Иногда мне хочется возложить руки на людей, но не так, как вы привыкли. Внезапно мы возложим на них руки. Внезапно. Забудьте об этом. Оставьте это и поднимитесь. Прекратите держаться за свою боль. Словно у вас есть право. Либо за свою злость, словно у вас есть право. Эта сеть связывает вас и мешает вам обрести полноту того, что Бог приготовил для вас. Они сразу же оставили свои сети. Молодежь, послушайте меня. Вы должны оставить свои неудачи, свои ошибки, свою депрессию, свое прошлое. А вы должны поверить, что ошибки остались позади. Вы должны оставить боль, злость и продолжить тот путь, который называется жизнью в великом неизвестном. Ведь если бы мы знали все, нам не была бы нужна вера. Мы не знаем будущего, но знаем того, в чьих оно руках. Бог призывает нас из известного в неизвестное. А вот почему я говорю, что ваша судьба — это не место назначения. Ведь после какого-то места вас ждет нечто новое. Вы не подниметесь на такую гору, после которой нет другой горы. Вы не поймаете такой волны, после которой нет другой. Вы не построите что-то, после чего не будет что строить. Вплоть до самого гроба. Вы должны следовать за ним в великое неизвестное. Подумайте над этим сегодня. Этот локдаун украл у людей веру в то, что они могут достичь всего. Чем больше люди получают социальные гранты, тем больше они думают: «Нам придется жить, полагаясь на правительство». О, нет, мы должны жить, полагаясь на Бога. Мы должны задавать темп, менять страну, создавать рабочие места, возможности, иметь дух предпринимательства. Мы должны показать, что можно сделать, как Авраам, когда Бог призывал его. Бог призвал его из земли, где поклонялись идолам. Каким бы ни был ваш идол, он занимает место Бога. Это могут быть отношения, ваша боль, ваше прошлое. Это то, что имеет больше власти вашей жизни, чем Бог. Услышьте меня. Аврааму нужно было покинуть место контроля, землю своего отца, и пойти в неизвестное. А Бог лишь сказал ему: «Я сделаю». Бог сказал: «Я благословлю тебя. Я сделаю из тебя великий народ. Я дам тебе». Бог говорит: «Я сделаю». Бог не говорит: «Следуй за мной, я уничтожу тебя». Бог не уничтожитель. Это сатана, уничтожитель. Бог созидает, очищает, дает силу, восстанавливает, исцеляет. Бог есть свет и жизнь. Когда вы следуете за Богом, вы больше не можете быть мертвыми. Вы не можете жить без мечты и видения. Бог говорит: «Авраам, следуй за мной. Я произведу от тебя великий народ. От тебя выйдет поколение, которым не будут управлять родовые проклятия, но которым будут управлять родовые благословения». Почему? Потому что вы часть поколения Христа. Вы часть семени Авраама в единственном числе. Вы во Христе.
А если вы во Христе, вы новое творение. Вы благословенны во Христе, вы не прокляты. Во Христе вас ждет чудесное завтра. Бог говорит Аврааму: «И благословлю тебя, благословлю тебя, и снова благословлю тебя». Он не говорит: «Я лишу тебя». Первое, что Бог сделал после того, как создал Адама и Еву, Он благословил их. Благословиться значит дать силу на процветание и успех в жизни. Но почему-то мы решили, что, обретя Иисуса, мы должны становиться все меньше и меньше. Я постоянно говорю: умереть легко, а жить для Христа — вот это совсем другая история. Потому что с ней связано гонение, оппозиция. Никому нет дела до христианина, который сидит в углу и не меняет мир. Но в тот день, когда вы принимаете решение жить для Иисуса, принеся себя в жертву живую, оппозиция выступает против вас. Каждый день вам нужно жить, полагаясь на благодать нашего Господа Иисуса Христа при поддержке силы Святого Духа в великом неизвестном. Я называю это великим неизвестным, потому что Авраам — наш отец веры, и призыв Авраама касается всех нас через семя Авраамова. Не Исаака, а Христа. Все вы — сыновья Авраама, благодаря семени Христа, как сказано в послании к Галатам. Это касается тех, кто верит в Иисуса Христа. Итак, Бог благословляет, дает силу, поднимает, восстанавливает, освобождает. Он берет никого и превращает этого человека в кого-то. Он никогда не оставляет вас там, где нашел. Он всегда будет побуждать вас. Он всегда будет ободрять вас, как любой родитель ободряет своего ребенка. Он поднимает вас, исцеляет вас, восстанавливает вас, дает вам цель, которая выше вас самих. Он берет вас туда, куда вы даже не мечтали попасть. Вам лишь нужно положиться на Него. Подумайте об этих 12 мужчинах. Большинство из них были необразованными рыбаками. Но они перевернули мир вверх ногами. Иисус взял 12 человек из одной из самых маленьких стран в мире, которая до сих пор борется за свое призвание, и использовал их для того, чтобы изменить мир. Подумайте о тех переменах, которые произошли в них. Подумайте о том, как их взгляд на мир должен был измениться. Они должны были смотреть за пределы Самарии, Назарета, Кесарии, за пределы Галилейского моря. У них не было телевидения, не было новостей, соцсетей. Но каким-то образом за 3,5 года Иисус превратил этих 12 мужчин в силу, которую нельзя остановить. Он взял обыкновенных людей и превратил их в необыкновенных ученых, докторов, юристов, политиков, пастырей и евангелистов. Он превратил их в мощную силу, которая перевернула мир вверх ногами. Я обращаюсь к кому-то из вас. Внутри вас есть нечто, что говорит: «Я не буду довольствоваться обычным. Если это про вас, то прославьте Господа. Меня не волнует, какое у вас прошлое. Вы приехали сегодня в церковь. Возможно, вы не живете в доме, которым владеют ваши родители. Ваш Бог владеет небом и землей. Скот на тысячи холмов принадлежит Ему. Серебро и золото принадлежат Господу. Земля и все на ней принадлежит Богу. Бог может заплатить по вашим счетам, если вы будете ходить с Иисусом Христом. Воскликните «Аминь» во имя Иисуса. Аллилуйя!» Он принес им перемены и дал им видение, мировоззрение. Я постоянно говорю людям: у вас должно быть мировоззрение. Мы должны понимать мир в целом, но жить поместно. Вы должны знать, что происходит. Вы должны быть как сыновья Иссахара. Они понимали времена и цели Израиля или церкви. Вопрос не в том, чтобы каждую неделю ходить на служение. Представьте себе, как изменилось их восприятие из обычных людей. Гидеон считал себя самым маленьким и слабым, но после встречи с Богом он стал освободителем страны с 3 сотнями человек.
Вопрос не в том, сколько у тебя людей, а в том, сколько людей полностью убеждены в твоей цели и в твоем видении. Он созвал их, бросил им вызов. Мы не любим, когда сегодня нам бросают вызов. Мы хотим, чтобы нас награждали за то, что мы не меняемся. Мы хотим, чтобы мир менялся, но сами меняться не хотим. Мы хотим, чтобы наши бизнесы росли, но не хотим взращивать себя. Мы хотим чудесной карьеры, но не хотим сталкиваться со стрессом. Сначала Бог созидает вас. Посмотрите на тон Иисуса с учениками и с толпой. У него был определенный тон. Он являл любовь, милость, доброту, сострадание. Он проповедовал Евангелие. А с учениками у него был другой тон. Почему? Потому что он хотел, чтобы они были новым видом, который потрясет мир, войдет в историю, не поддастся, произведет революцию. Ему нужны были люди, которые не сдадутся перед оппозицией, давлением, но будут стоять, даже если вся империя выступит против них. Вот почему, уходя, он пообещал им силу Духа Святого. Он говорил им: «Отправьтесь на глубину. Вы дайте им еду, решите проблему, выйдите из лодки, идите по воде, исцеляйте больных, очищайте прокаженных, изгоняйте бесов, стройте клиники, не ограничивайтесь собой, меняйте общество. Если можешь верить, все возможно верующему. Я работал, и вы тоже будете работать. И дела больше сих сотворите, несмотря ни на что, большие дела». Когда Римская империя была одним из самых угнетающих режимов, который сжигал христиан, распинал их, гнал их, Иисус сделал их огнеупорными, дав им еще больший огонь. Я хочу сказать вам, церковь нуждается в огне Духа Святого, верующие нуждаются в огне Духа Святого. Молодежь нуждается в огне Духа Святого. Бог не дал нам духа страха, но силы, любви и здравого ума. Итак, когда Иисус уходил, Он сказал этим обычным людям: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Идите за пределы своего мира. Если Дух Святой в вас сегодня, то воскликните «Аллилуйя» кто-нибудь во имя Господа Иисуса Христа. Аминь». Мечтайте о большем, не только Назарет, не только Иерусалим, не только Иудея или Самария. Идите до краев земли. Представьте себе это. Обыкновенные люди, мир которых был ограничен в географическом плане. У них не было самолетов, не было технологий, но у них было то, чего нет у верующих сегодня. У них было то, чего нету этого мира. Вы должны радоваться тому, что вам дал Бог, и что не могут купить деньги, чтобы вы были успешны в жизни, чтобы ваше служение росло. Вам не нужны деньги, а нужна сила. Я говорю вам, вам нужна сила. Сила, которую невозможно остановить, которая не оставляет вас там, где находит. Сила, которая усиливает вас, которая дает вам видение и продвигает вас вперед. Я все еще чувствую себя на 35, хотя я уже 35 лет в служении, но во мне все равно осталось чувство, что есть нечто большее. Мне кажется, что я только начал. Аминь. Мне кажется, что я закончил лишь первый этап. Я готов бежать. Я смотрю на 30-летних, которые уже устали, которые наполнены негативом и не хотят ничего делать. Бог говорит: «Идите за мной, и я сделаю вас тем, что не видел этот мир». Библия говорит, что творение с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Послушайте, недостаточно только молиться. Мы должны молиться и действовать. Мы должны молиться и быть. Мы должны молиться и идти, мы должны молиться и заниматься.
Некоторые из вас должны заняться политикой, другие должны стать консультантами. Мы должны вовлекать людей, чтобы они участвовали в школьном совете, участвовали в местных выборах. Мы должны влиять. Вы слышите? Я не хочу сказать лишнего. А потом люди говорят: «Пастор вечно против правительства». Я не против правительства. Я за цели Христа и Церковь Божью. Спросите правительство, за церковь ли они. Спросите. Не спрашивайте меня, против правительства ли я. Спросите правительство, выступают ли они за церковь Иисуса Христа. Спросите их, волнует ли их будущее христианство в ЮАР. Вот те вопросы, которые вы должны задавать. Не нужно спрашивать меня. Я молился за правительство и поддерживал его. Но они отодвинули церковь и пытаются закрыть нам рот. Спросите их, выступают ли они за Церковь Иисуса Христа. Это призыв следовать за Иисусом Христом. Это призыв оставить себя, свои проблемы, страхи и неудачи. Это призыв от Иисуса. И не имеет значения, что вы сделали, где были и как низко пали. Он любит вас. И Он призывает вас к себе: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возможно, вы не принимали Иисуса или отошли от Него. Вы знаете, что я обращаюсь к вам. Так положите руку на сердце и скажите: «Иисус, я возвращаюсь к Тебе. Я открываю свое сердце и приглашаю Тебя стать моим Господом и Спасителем. Спасибо за новое начало. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес. Сегодня я отдаю Тебе все. Я буду следовать за Тобой, великое неизвестное, во имя Твое». Пусть Бог благословит вас. Заходите на наш сайт и смотрите нас. Пусть Бог благословит вас. Мы любим вас.